Визит в Украину генерального секретаря ООН – сигнал солидарности и поддержки наших усилий в достижении мира и демократии. Об этом сегодня после встречи с Антонио Гутерришем заявил Петр Порошенко. В свою очередь, генеральный секретарь подчеркнул, что у него есть эмоциональная связь с украинцами и выразил солидарность почти 2 миллионам переселенцев, которые пострадали из-за военных действий на востоке страны. ООН отслеживает ситуацию, и мы готовы поддержать все усилия и Нормандской четверки, и трехсторонней контактной группы ОБСЕ и делать все необходимое, чтобы разрешить этот кризис.